Так вот штаны вот такие наподобие, что-то Полина хочет себе. Сколько они стоят? 23 евро. Сейчас позову ее, посмотрим. Что-то нашла? Ну вот, неплохие штаны. 25 евро. Да, я, кстати, там еще один нашел. Тут я показать? Да. Пошли. Вообще тут так очень все классно, прям глаза разбегаются, если честно. Ну просто мы, ну, бываем в Бершке, и не всегда тут мне что-то нравится. Да, прикольное. Так, пошли. Где-то я вот тут нашел их. Вот. Ну, неплохие, слушай, на самом деле. Неплохие. Ты говорила на фотке, типа, я вот смотрю. По фотографии. Ну, мне не очень нравится. Поезд такой? Да. Высокая посадка? Ну, это мерить надо, нет, смотреть. Нет, ну, просто они не очень нравятся. Ну, вообще прикольные, неплохие. Вот эти? Я говорю, ну, их танцевальные, давай просто мне шмоток накупим. Да? Угу. Так это ты нас заманила специально? Что ты там увидела?